каждую тоже своего рода отсчет времени. Весь на пути развития спорта. Семнадцать мировых и 22 всесоюзных рекорда было установлено на спартакиаде. Более половины из них принадлежат штангистам. Вячеслав Клоков, которого называют «вечно вторым», и на спартакиаде завоевал серебро. Зато ему удалось покорить мировой рекорд. Тяжеловесы установили своеобразное достижение. В один вечер рухнули все мировые рекорды, а улучшали их сразу несколько штангистов. В дополнительных подходах мировые рекорды установили в толчке Сергей Дедык, в рывке Виктор Мусибик, рекорды всегда рождаются в поединках характера. Анатолий Писаренко, ценой неимоверных усилий, вырвавшийся вперед, был, конечно, достоин победы. Выход на помост новичка спартакиады Виктора Курловича решал судьбу золотой медали. Thank you.